Сейчас и представить трудно, что скоро по коридорам 19-го детсада будут бегать малыши. Все составлено банками с краской, игрушки спрятаны в коробке, а практически весь коллектив задействован в ремонте. Для многих родителей закрытие детского сада – огромная проблема, так как им просто негде оставить детей. А потому все ремонтные работы проходят в максимально сжатые сроки. На большие дошкольно-образовательные учреждения, где у нас сейчас есть по 10, по 11 групп, там предполагается у нас полтора месяца. А вот на небольшие детские сады, где 4 группы, месяц. Почему все-таки месяц? Потому что за это время надо части людей сходить еще и в отпуска. Пока у детей вынужденные каникулы, все, от заведующей до охранника 30-го детского сада, тоже стараются выполнить запланированные работы. В этом учреждении, кроме побелки, покраски, уборки помещений, проведен ремонт системы водоснабжения. Частичная смена отопления, ремонт отопительной системы. Мы 10 конвекторов поменяли. И замена была сантехники, много смесителей, кранов поменяли. На благоустройство прилегающих территорий сотрудники тоже не жалеют сил. Летом малыши на прогулках проводят больше времени, а потому все игровое оборудование проверяется на безопасность, где нужно проводить замену. К примеру, на территории 19-го детского сада появится еще одна беседка, а само здание дошкольного учреждения получит обновленный фасад. На сегодняшний день в половине детских садов Ленинска ремонт практически закончен и заведения готовы принять детей. Остальные детсады закроются на ремонт по согласованному с родителями графику.